Продолжаем выпуск. Оказать помощь на месте, провести осмотр, сделать прививку ребенку не в больнице, а в детском саду. В 12 дошкольных образовательных учреждениях Самарской области появятся собственные медицинские кабинеты. Прошедшие лицензирование и полностью оборудованные, они будут отвечать всем требованиям. Квалифицированный персонал сможет оказывать все необходимые медицинские услуги на месте. В Чапаевском первом детском саду такой кабинет уже есть. Подробнее о нововведениях смотрите в вечерних выпусках программы «Новости губернии». Медицинские учреждения не зря называются больницами. Там традиционно оказывают помощь больным людям. А вот медицинские кабинеты в детских садах, в детских учреждениях образовательных – это важнейшая функция, медицинская профилактика.